Наша скучная природа, не погода, не погода, и не важно уже чем отличаешься от тем, что тебя здесь окружили, жизни воздуха лишили. Монотонность повседневного, вот рецепт чудесный с древнего мира и средневековья, так полезен для здоровья. Однородность всей среды выделяться не должны. Но тут и оно, что вы знаете о мире, вы в прострации забыли, что бывает в жизни чудо, просто так из ниоткуда, жизни все привычки рушит, душу греет, слезы сушит.